Неделя путешествия позади, и его участники полностью адаптировались к жизни на барке. На трапе очень осторожно. Не торопимся! Наравне с курсантами наши герои укладывают паруса, плетут канаты, крепят такелаж. Вот, видите, было что, крепить парус. Вот это вот было сложно. Эти все, да, вот эти все побои, как будто я дралась, да? Нитевание, ну, по сути, по-простому, это обматывать нитку вокруг стального троса. Там она крепится еще на палочку, почему нитка сама режет, ее надо туго затягивать, но для этого она наматывается, ну, такое, как деревянное веретено. Когда ты перематываешь, ты просто за веретено вниз так берешь, ну, руками, да, и нитка натягивается. Сегодня делали замену самого паруса, то есть снимали старый парус, так как он немножко уже подкрепался, и, ну, внизу его сворачивали, скручивали и отправляли на ремонт. Мастерскую, которая тут же находится на самом барке. Придерживаем шлюпку, господа. На фаере, внимание! В середине дня за борт опускается шлюпка. Команды будут соревноваться, кто быстрее пройдет вокруг Крузенштерна, используя исключительно весла. Вместе с половиной дистанции не понимаем, что проигрываем, поворачиваем в сторону Португалии. Заборка! На старт! Вчера очень громко поддерживала свою команду, и теперь у меня нет голоса. Мне даже дали специальную справку. Я общаюсь со всеми жестами и пантомимой. Прекрасно понимаю. Правда, иногда делают вид, что не понимают, и переводят меня по-другому, но это так для смеха. Волны большие, у нас такое ощущение, что мы на нее забираемся и обратно скатываемся. И на поворотах тяжело, лодка не слушается. Не такой руль, как на машине. Потом, мне кажется, мы с той стороны вообще застряли, и нам этот мотор прожужжал пару раз, чтобы хотя волна пошла. Да, нас чтобы... Ну так, чтобы хотя бы чуть-чуть, мы там что-то... Ну, вообще, это очень тяжело, конечно. Да. Вот только сейчас, наверное, жалею. Наверное, первый последний раз, что грузился большой корабль. Мы снаружи не посмотрели. Под северным солнцем небесным, под южным небесным небой, всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. И старость отступит, наверное, невластна она надо мной, когда паруса Крузенштерн. Вечером вместе с матросами ребята поют морские песни и танцуют яблочко. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой, когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Мы сейчас в Северной Атлантике, примерно посередине между островом Мадейра и Бискайским заливом. Оттуда путь на Ла-Манш. Увидимся на Крузенштерне.